Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 9 на странице 30. Геологи собрали образцы горной породы массой 21 кг и разложили их в три рюкзака так, что в каждом масса образцов оказалась одинаковой. Сколько килограммов образцов в каждом рюкзаке? Итак, у нас три геолога. У каждого из них по рюкзаку три рюкзака. Они разложили поровну 21 килограмм горной породы. Разложить – это значит разделить. 21 разделим на 3. Получается 7 килограммов образцов в каждом рюкзаке. Запишем ответ. Ответ – 7 килограммов образцов в раздельно каждом рюкзаке. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.